селе Усть-Туркемат Индинского округа наконец-то завершилось строительство нового дома культуры. Объект возвели благодаря нацпроекту. Спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу. Зрительный зал рассчитан на 50 посадочных мест, но сегодня зрителей, я думаю, будет значительно больше. Этот радостный миг, к которому мы шли так долго, настал. И мы, наконец, в стенах такого красивого, уютного дома культуры. Я поздравляю вас с праздником. В древней культуре народов Севера изначально такого праздника не было. Он зародился лишь в 1950-60-х годах. Изначально это был только лишь деловой формат, а сейчас это зрелищный, колоритный, национальный праздник. Село Усть-Уркема – земля исконного проживания эвенков. Именно здесь они сохранили традиционные виды деятельности – оленеводство, охотоводство, рыболовство. Для эвенка олень – это не просто отрасль животноводства. Он и кормит, он и поет, он и одевает, он и разрешает на себе ездить. В общем, для эвенков это смысл всей их жизни. Здесь еще все готовится, мы рано приехали, друзья. Ничего, вам сказали, ходите, впечатляйтесь, главное, не мерзните. Ничего не удивляйтесь, мы не будем. Мы люди привыкшие. Пришел тот час, которого с нетерпением ждали все мы. Олени бегут, скорее встречать! Можно тебя потрогать? Какой теплый! Теплый, маленький! Обряд очищения, надо ленточку мне завязать. Остановитесь, здесь моя остановка, подождите! Пойдем завязывать ленточку. Значит, еще раз, кто не понял, это обряд очищения. Таким образом мы прошли. На здоровье, на удачу, на благополучие. Вот я завязываю, всего этого желаю и себе, и вам. Все сбудется. Когда-то при этом обряде я завязала ленточку в том, чтобы у нас построили клуб. Сегодня клуб, это свершилось. Ничего Теперь я завязала ленточку, чтобы построили ФАП. Все, загаданное обязательно сбывается. Мы в этом сегодня убедились. Хоровод, некогда. Господи, пожалуйста, помоги. Подстрахуйте меня. Дайте руку. Поехали. Поехали, олени. Ни один день оленевода и охотника не обходится без гонок на оленьих упряжках. Мы уже на старте, заряжаемся, будем болеть, переживать, волноваться и ждать на финише. Давайте! Давайте! Не один! Кое-кто так и не двинулся даже со старта. Что случилось? Не побежали? Не захотели? Не захотели? Они нет. Они нет. Это какое мясо? Чье? Оленя? Сколько его нужно жарить? Минут 10, наверное. Минут 10 этого хватит? Я только что его гладила, а сейчас я его съем. Ну, не его, конечно, но другого. Это не похоже на говядину и свинину, конечно. Но это достаточно вкусно. Ваше здоровье.
Как вас зовут? Меня зовут Акимова Наталья Петровна. Наталья Петровна, вы участвуете в конкурсе «Хозяйка чума», правильно? Моя семья. Моя семья. Расскажите, в чем конкурс заключается? Что нужно в нем показать? Какие умения? Во-первых, показать себя, какая ты нарядная, как ты говоришь на своем родном языке. Потом показать свое... Национальное блюдо, национальное блюдо, конечно, даже не одно национальное блюдо, а много национальных блюд, чтобы все попробовали. В Якутске живет, племянники у меня в Якутске живут. Что, помимо национального и колоритного, здесь еще много культурного. Прямо сейчас на сцене программа от солистов Амурской областной филармонии и других творческих коллективов. Пожалуйста.